spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная линейка без инерционных катушек Silver Rider. Ее производителем является набирающая популярность польская компания Dragon. На данный момент выпускается 5 моделей весом от 193 до 350 граммов. В зависимости от экземпляра, передаточное число может составлять 4,6, 5 ровно или 5,1 к 1. Давайте поближе рассмотрим вариант, обозначенный как FD-435i. Катушки Silver Rider выполнены в серебристо-черных тонах и в первую очередь предназначены для оснащения спиннингов, хотя старшие модели подойдут для некоторых удилищ, которые используются в донной ловле. Для создания корпуса и ротора берется легкий и одновременно прочный графит. Он снижает общую массу конструкции, но при этом сохраняет ее высокую прочность. Кстати, при изготовлении ротора применяется Super Balance System, позволяющий свести к минимуму излишнюю вибрацию данного узла. За один полный оборот рукояти выматывается от 60 до 77 см лески. Чтобы вращение катушки было более плавным, в моделях устанавливаются 4 подшипника. За исключением одного роликового подшипника, все остальные шарикового типа, выполненные из нержавеющей стали. Кроме этого, отметим наличие в конструкции стопора обратного хода Infinity Anti-Reverse, благодаря которому исключается проворачивание механизма в противоположном направлении. Перфорированная шпуля делается из алюминия, имеет скошенный бортик для обеспечения более дальнего заброса и оснащается небольшой пластиковой клипсой для фиксации лески. Кстати, вместимость составляет от 120 метров монофила толщиной 0,20 мм до 200 метров сечением 0,30 мм. Также отметим наличие полой дужки и увеличенного ролика лесоукладывателя с функцией противозакручивания, что помогает избежать образования петель и так называемых борот. Мультидисковый фрикцион имеет переднее расположение и в зависимости от модели способен справляться с нагрузками от 3 до 8 кг. В нижней части корпуса находится флажок реверса. В одном положении катушка работает только в режиме намотки, но после переключения можно вращать ротор в обе стороны. Стальная ручка оснащается плоским прорезиненным кнопом с противоскользящей поверхностью. Чтобы прижать ее к корпусу, например, на время хранения, необходимо ослабить крепежный винт с противоположной стороны. Также можно из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. В комплектации идет простой тканевый чехол для хранения вашей катушки в перерывах между рыбалками. Его горловина стягивается с помощью простой веревочной утяжки. А теперь давайте разберем Dragon Silver Rider и посмотрим на ее устройство. Внутри мы видим надежный механизм планетарного типа. Но если вы хотите продлить срок службы вашей катушки, то берегите ее от ударов, падений в воду и вовремя производите плановое ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.